Первый товарищеский матч по футболу прошел в Нижнем Новгороде. Первым он стал для детского футбольного клуба «Шторм», в котором его противник уже давно сформировавшийся ФК «Водник». Клуб «Шторм» существует относительно недавно, с сентября прошлого года, но уже может похвастаться хорошей игрой. Здесь хорошо проводят тренировки, они очень интенсивные, подготавливают детей к более профессиональному футболу. И тут очень хорошая организация, занимается всем, уже подготовили там всякие. Ну там барьеры всякие, лестницы. Сейчас уже скоро будет подготавливаться нам форма общая, чтобы не вот так в манишках играть, а уже будет у всех одинаковая форма. Клуб «Шторм» развивается под эгидой детского центра «Юнга». И это не только футбол. За 8 лет существования через него прошли сотни детей. Сейчас в нем состоит около 40 ребят, каждый из которых занимается тем, что ему по душе. А выбор есть. Под одной крышей умещается сразу несколько секций. Тренажерный зал, кружок конструирования, велотуризм и многое другое. И зимой, и летом ребята ходят в походы. Но больше внимания уделяется морской тематике. Ходят и по дальним морям, и, конечно, по родным рекам. Вот мариманы сплавляются на яхте «Афродита» вниз по Волге. А это уже АК, чуть выше Нижнего Новгорода. А вот такие форматы детских центров, там, творческих каких-то клубов, они очень востребованы, очень родители в нынешнее время понимают необходимость развития ребенка, полноценного развития ребенка, и развития его не только в оздоровительном плане, да, и в творческом, и культурном, и, собственно, формирование личности. В планах возродить кружок судомоделирования, обновить помещение для творческих кружков, утвердить состав футбольного клуба и многое другое. Детский центр находится в деревне Бешенцево, дом 72. Двери «Юнги» открыты для всех желающих. Артем Таранков, Дмитрий Засухин. Время новостей.